Всем привет! Сегодня я показываю вам свои старые рисунки 3-4-летней давности. И вот это первый из них. Не пугайтесь, пожалуйста, дальше будет лучше. Это какая-то девушка во фруктах. Надеюсь, вам понятно, что это виноград. Дальше идет вот такой рисунок. Девушка вылезла из лилии с лилией в руках. И на фоне всего этого мельница. Я точно помню, что угрохала сюда две гелевые ручки. Дальше уже пошел рисунок, который мне нравится до сих пор. В общем, здесь очень много дублинга. Девушка, фламинго, слоник, вулкан. Не знаю, подсолнух вот. И много-много всяких мелких деталей. Дальше вот такой вот волк. Его я рисовала полностью точками. И несмотря на то, что он кривой, он мне, в принципе, нравится, потому что его было очень трудно нарисовать. Это только точками, без всяких линий. Затем вот такая девушка-русалка. В общем, это был какой-то очень скучный урок, на котором я в школе рисовала вот эти вот волны ручкой, а дома уже пририсовала кораблики. Затем идет рисунок не очень удачный по композиции, но в нем очень-очень много мелких деталей. Вот это вот все рыбы, надеюсь, вам это видно. Здесь какая-то русалка, над ней, наверное, Посейдон. Не знаю. Потом идут вот такие вот рыбки. Они мне тоже нравятся до сих пор, несмотря на то, что они сливаются с фоном. Здесь очень много деталей, и это довольно прикольно. Девушка-индианка, на которую я прокинула чай, но надеюсь, что вам этих пятен не очень видно. Потом совы. Здесь я пыталась сделать такой же рисунок, как с рыбками, но получилось не очень. И у них вот очень занятные выражения морд у некоторых. Дальше, знаете, как это называется? Это называется «Я купила циркуль» и рисовала кучу узорчатых кругов, а потом добавила девушку сверху. Снова я со своим прокинутым чаем. На этот раз я прокинула его на черепушку и еще сверху чиркнула фломастером. Это вот прям профессионализм. Затем вот такие птички. Здесь опять очень много мелких деталей. Но очень плохой фон, потому что он отливает то красным, то синим. Я делала его несколькими маркерами разной толщины и разной фирмы. А вот это, видимо, было в тот же самый день, когда я купила циркуль. Потому что как еще объяснить столько кругов? Вот эта царевна-лягушка в индейском исполнении, да. Дальше я хочу показать вам серию работ. Это такие, знаете, лайфхаки для ленивых. Если у вас проблемы с композицией, то можно сделать вот так. В общем, идея такая. Я рисую девушку на белом листе. И когда я понимаю, что я никак не могу ее скомпоновать, я ее вырезаю, клею на крафт и вокруг делаю вот такие точечки. Получается довольно атмосферно. Ну, девушка была не единственным рисунком, где у меня были проблемы с композицией. Так что вот эта ласточка отправилась вслед за ней. Затем я пыталась сделать серию по знакам зодиака. Это Овен. И скажу так, дальше Овна эта серия так и не продвинулась. Потом была вот такая вот сова. Я прям очень люблю рисовать сов. Мне кажется, нужно сделать отдельное видео про рисунки с совами. Это сделано обычной шариковой ручкой, даже не гелевой. Ну и вокруг такой ободок узорчатый. И последняя работа этой серии, я это рисовала прям очень давно, в 16 лет. И вот такая вот тетенька без лица, и внизу написано «Такова власть». Дальше идут работы, которые мне тоже нравятся до сих пор. В общем, я сделала целую серию животных с перьями, и вот такой вот волк, он с пустыми глазами, у меня вся серия такая. Дальше идет вот такой вот орел. Это орел. И у него тоже немного прихрамывает композиция, слишком много пустого места. Может быть, потом я как-то его переделаю.
Затем лиса. И надо сказать, что волк мало чем отличается от лисы у меня. Потом идет вот такая вот сова с куцым хвостиком, но в целом достаточно хорошая. Затем вот этот вот лев. Он получился немножко перегруженный деталями, но мне все равно он нравится. И вот здесь с перьями получилась какая-то неразбериха, но спишем это вот на гриву, которая упала ему на морду. Дальше вот такой вот медведь. Это, на самом деле, это был самый первый рисунок серии, с него все начиналось. И я его сделала буквально за один вечер, настолько меня проперло. И последний рисунок, который я покажу вам в этом видео, это вот такой вот индеец. Честно говоря, у него немного странные цвета, но это такой небольшой отход от красно-черной серии, и он получился тоже достаточно неплохим. И на этом у меня все. Обязательно пишите в комментариях впечатления от моих рисунков. И пока!